Всем привет! Сегодня продолжим говорить о проекте Orbis. Для тех, кто не смотрел первый ролик, напомню, что Orbis — это платформа, базирующаяся на технологии блокчейн и представляющая собой полноценную финансовую систему безналичных расчетов, которая вместе с тем предоставляет своим пользователям полную свободу и независимость от банков и прочих посредников. Сегодня хотел бы рассмотреть white paper данного проекта. Для тех, кто не знает, white paper — это главный документ, который позволяет инвестору принять решение, инвестировать в данный проект или нет. White paper данного проекта выполнен качественно. Он расписан более чем на 30 страниц. Такой объем, наполненный важной инфографикой и важной информацией о планах и реальных перспективах данного проекта, может либо привлечь инвестора, либо оттолкнуть. В данном случае я уверен, что white paper составлено качественно, и это неминуемо привлечет инвесторов. В данном white paper представлено множество инфографики, например, дорожная карта данного проекта, выполненная на тактическую перспективу до 1 июля 2019 года. Также есть распределение токенов. Распределение токенов выглядит следующим образом. Pre-sale coins, то есть токены, проданные на пресейле, составляют 62%. Командные токены, ну то есть монеты, которые отойдут команде, 10%. Реферальная программа 8%. Legal and advisory, то есть legal и advisory, это 20%. Собранные деньги будут расходоваться следующим образом. 30% на маркетинг, 5% на исследования, на развитие искусственного интеллекта и искусственной реальности будет израсходовано 20%, развитие блокчейна 20%, IT-команды 10%, legal, сервисы и прочее 10%. Команда данного проекта включает в себя множество членов. Смело можно сказать, что это интернациональная команда. С каждым из членов вы можете ознакомиться, перейдя на сайте по ссылкам на их профили в LinkedIn. Что такое LinkedIn? Вы должны знать, это социальная сеть, в которой описывается карьерный рост и опыт работы человека, что вы можете понять хорошо, кто есть команда данного проекта. Также здесь расписаны стратегии по маркетингу, стратегии по развитию и многие другие отрасли, в которых предстоит развиваться данному проекту. Заключается все это резюме, и здесь вы можете его подробнее прочитать, пока white paper доступен только на английском, но уверен, в скором времени появится и на русском языке. Вот, в общем-то, и все, что хотелось рассказать о данном проекте на сегодня. Чтобы подробнее ознакомиться с ним, переходите по ссылкам, которые я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.